Этот участник приостановил танцевальную карьеру ради семьи, но вернулся в строй, выступив на прослушиваниях Central Asia's Got Talent. Зрители и судьи были в восторге, и только Нурлан Абдуллин сказал ему «нет». Давайте узнаем, сможет ли сегодня Бахромджон Шахимардонов переубедить самого строгого судью. На кастинг я сделал только один танцевальный стиль, одна музыка. А здесь 3-4 музыки, 3-4 стиля, побольше реквизитов. Занимайся семьей, хорошо? Да нет, это хобби. Я и работаю просто, и это мое хобби. Я все это понимаю, но приоритетом всегда должна быть семья. А Баху надо оставить пока в покое. Нет. Побольше стало семье уделять внимание. Если я раньше каждый день ходил в зал, занимался там до 10-11, а сейчас уже через день хожу. Мне жена сказала, что вне зависимости от того, что я пройду или не пройду, или же мне скажут да, мне скажут нет, я всегда для нее буду лучшим. Хочу, чтобы о нем узнал весь мир, потому что в Таджикистане над танцами работают серьезно, и мне это очень нравится. Хочу себя проверить, бросить себе вызов, на что я способен, потому что я занимаюсь этим немало. И хотелось бы, конечно, до победы дойти. Но тут участников очень много и очень сильные участники. Поэтому то, что я приехал уже в Казахстан, в Алматы, это уже для меня победа.
Бахрам Джан, салам алейкум. Как настроение? Нормально. Дома все хорошо? Да, они за меня болеют. Болеют? Вот. Я тогда сказал тебе нет не потому, что ты плохо танцуешь. Аплодисменты зрителей – это было доказательством тому, что ты хорошо знаешь свое дело. Я просто к тому, что погода в доме главнее всего. Дома, когда все хорошо, ты можешь заниматься своим любимым делом. Добро пожаловать в полуфинал. Спасибо. Вроде было все интересно. Бахрам Джан, спасибо. Удачи. Увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.